Такибой и Кей и еще два товарища из Айленда наконец-таки дебютировали. Мои пиздюки, мои малыши, наконец-то мы этого все дождались. Фух, много я не прошли, дабы дебютировать, и вот они спустя 2 года, уже повзрослевшие. Я только видел Такибоя, уже взрослого, но мне сказали, чтобы я не обращал внимания на фотку. Это все не то. Там еще есть Кей. Короче, полетели смотреть. Ты кто? Понятно, никто. Так, а чё... Ля, Кей, братик, здорово! Чё у нас сразу такая печалька? Мы ж только начали. Кей, не плачь. Всё хорошо будет. Чё за панк-рок? Поп-рок? Хорош! Мне уже нравится всё. Хорош! Такибой! Вау, переходы! Ты шо, и под водой даже снимали. Я в восторгах. Вообще такого не ожидал. И почему так мало Такибоя? Хочу больше Такибоя. А что происходит? А давай ты этого делать не будешь. Кей, ну тебе, ну ты не попал в Айленде в это самое. Ну что ты начинаешь? Ну что сразу прыгать? Ох, мои тупые шуточки.
Так. Во-во-во-во-во-во, я этого ждал. Да-да-да, Dark Moon, Enhypen, одна вселенная, The Grey City. А там был кто? Какой-то был кровавый алтарь или как? Или что там было? Да-да-да-да, вот оно родное. Только как они вообще связаны, эти две вселенные, хер его знает. Во-первых, это вообще не то, чего я ожидал. Я думал, будет какая-то такая спокойненькая, такая миленькая песня. А то тебе навалили панкового поп-рока козырного. С таким визуалом, где все меняется, какая-то школа. Все такое яркое, пестрит. То есть бабок в дебют занесли конкретно. Спасибо большое Хайбу, что они вот просто вот так вот на все бабки выкатили клип. Непонятный сюжет, конечно, как здесь волки. Показано первый кадр, где какая-то была... Кто-то умирает, они берутся за руки. В конце под водой они берутся за руки. Непонятно. Кея, прям он везде был. Опять же, я не знаю, я не помню. А я сейчас посмотрю. Я сейчас посмотрю. У меня все записано. Еще там есть Николас и Инджу. Вот Николаса я, по-моему, должен был бы помнить. Инджу нет. И еще какие-то остальные три товарища, которые дебютировали. Охеренная работа. Музыкально вкусно, визуально вкусно. Пацаны, вау, неожиданно. Все прям... Так и боя мало. Так и боя мало. Его как будто вообще не было. Я, возможно, под впечатлениями что-то провтыкал, и как будто у него была только одна строчка, или там две во втором куплете за партой, и все. И больше его не было видно, и, короче, я надеюсь, что я все правильно, что я его узнал и ни с кем не перепутал, а то будет совсем не то самое, не прикольно. Ой, короче. Я в восторгах. Просто кайф. Просто кайф, еще в одной вселенной. Ну да, тут все какие-то будут волки, оборотни, а там вампиры. В принципе, в одной вселенной они хорошо и вяжутся. Вопрос, как они будут дальше это все вот пересекать. Если учесть, что Кей участвовал в одном клипе с... в одном клипе Enhypen, то, возможно, уже в тот момент... Были какие-то такие, ну... Хотя нет, еще было слишком рано для этого. Короче. Вау. Просто. Там еще у меня есть трейлеры, которые больше будут раскрывать, видимо, вселенную, концепт. Но я их посмотрю уже позже. А пока я буду сейчас читать текст. Ты сейчас залетишь в наш чатик в Телеграме и нашу группу в Телеграме. Подпишешься. И будешь молодцом. Вот так вот. Поэтому давай. Ссылочки все в описании. А я пошел читать текст. Угу. Короче, что мы имеем? Довольно-таки интересные вещи мы имеем. Во-первых, мы имеем тему оборотней. Все-таки это не волки. Хотя, по сути-то, у нас идет концепция волчьей стаи, что они все волчья стая. Где-то это мы уже, похоже, когда-то раньше слышали. Ну, не об этом. И... У них фандом называется Луне или Луне, что Луна означает, на которую они, в принципе, и воют. И еще до своего дебюта они уже начали сотрудничать с японским автором текстов и музыкальным продюсером Исиватари Дюнди, или Дюнджи, там, не знаю, как правильно, который уже им прописал сюжетную линию и что вообще как будет происходить. Да, надо было бы посмотреть трейлеры, где рассказывается про то, что они волчья стая, что они пока еще только начинают расти, и скоро они, типа, выберутся за территории, точнее, пойдут на территории, которые хотят захватить. Ну, все в таком роде, скажем так. И это будет в будущем. Пока они еще маленькие, растут, и да.
Немножечко тогда непонятно. Ну да, в клипе они рисовали волков, волки были везде, плюс-минус как-то это вот показывалось. Что я не знал и охренел, вот то, что когда в клипе как бы булили Кея, это, ну, то есть как-то не то, что воспроизведение, это показывает, что Кея хейтили, булили и в реальной, и в жизни. И даже в Айленде хейтеры выдумывали истории и его обвиняли. Я не понимаю, за что. Хотя, возможно, какие-то такие как бы случаи и были, где можно было бы там что-то придумать, но как бы, камон, зачем? Вот. Потом, конечно, они извинялись. Ну, как бы, дело уже было сделано. И вот это, в принципе, это показано в клипе. Я так понимаю, что у нас Кей — это лидер. Но тогда непонятна вселенная, как это будет у них работать. Что вообще, собственно, происходило в этом клипе. Какая-то была разруха, где кто-то умирал, потом школа, что-то происходит, Кея булят, потом он идет прыгать с этого в бассейн с трамплина, кто-то его встречает уже в воде, потом он с кем-то в воде берет за руку и конец. Чего? Непонятно. Так что, если вы знаете, о чем был клип, напишите плез в комментариях. Надо понять, что вообще было. В целом, просто я в восторге. Охрененный клип, охрененный трек. Просто вообще, я такого вообще не ожидал. Вообще не ожидал. Так что я максимально рад, что пацаны все-таки смогли дебютировать. После всего того, что они прошли, они этого заслужили. И я за них максимально рад. Фух. Вот. Ждем их каких-то коллабораций с Энхайпен. Какую-то коллаборацию вселенной. А это прям будет мощно. Уф. А оно рано или поздно оно совершится. Должно совершиться. Вот. Да. На этом все. Спасибо Анбу за информацию, бустерам, чатику, комментаторам. Всем большое-большое спасибо. Я ваш сенсей. Обнял, приподнял. И всем пока.